Привет всем! Поздравляем с наступившим Новым годом! Сегодняшнее видео посвящено рецепту, когда не хочется что-то выдумывать, хочется приготовить что-то быстро, просто. Нам понадобится готовое слоеное тесто, один куриный желток, сахар смешали с корицей, можно использовать обычный сахар, кисточка нам понадобится, чтобы смазать наши слойки. Готовим сегодня просто, быстро и вкусно. Сахарные слойки. Тесто мы будем использовать слоеное, дрожжевое. Можно использовать пресное слоеное тесто, но как-то нам больше понравилось именно слоеное, дрожжевое. Получается оно более пышным, мягким изделием, вот эти вся выпечка. Поэтому не будем особо заморачиваться и с формой. Разрежем прямоугольниками и смажем желтком и обмакнем в сахар с корицей. Желток взбиваем вилкой и добавляем совсем немного, буквально одну чайную ложку воды. И снова все взбалтываем. Разрезаем на прямоугольнике 3 сантиметра. Они у нас шириной, ну, получается где-то около 9 длиной. И сделаем небольшую такую плетенку. Разрезаем тоже они примерно по сантиметру, вот эти вот полосочки. Смазываем поверхность желтком и окунаем в смесь сахара и корицы. И оставляем наше кулинарное творчество на 15 или 20 минут, чтобы наши вот эти сахарные слойки хорошенько поднялись. А затем уже будем их ставить в разогретую духовку до 200 градусов на 15 или 20 минут. То есть в зависимости от того, как у вас печет духовка, столько по времени они у нас и будут впекаться. Ну вот, наши слойки готовы. А всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.